думаю, что будут какие-то проблемы. Здравствуйте. Мужчина. Ребят, нашел здесь свет? Отлично, но его до сих пор здесь нет. Слушай, Тёмыч. Да. Я все-таки топлю за то, что, возможно, этот мужик в маске сюда тоже поехал. Здесь одна дорога, понимаешь? Вдруг здесь все-таки как-то он задействован. Тёмыч, Тёмыч. Ребят, всем привет! Мы наконец-то с Тёмычем отдохнули, переделали все свои дела. Блин, наконец-то были дома, наконец-то поели. В общем, очень сложно было на ферме. Очень долгое количество времени мы не ели, не пили, но все это вы могли увидеть из предыдущих серий. И также, ребята, из предыдущей серии вы могли заметить, что когда мы ехали домой, на наших глазах этот мужик со свиной башкой просто начал забирать себе очередную жертву. Это просто была девушка, невинная девушка, продавщица, которая продавала арбузы. И, ребят, это все произошло на наших глазах. Опять же, повторюсь, в предыдущей серии это можно увидеть. Кто не смотрел, переходите по подсказке, вы там все увидите, поймете, о чем речь. И сейчас именно поэтому я на этой машине, именно на машине этой девушки, потому что, как мы ранее говорили, мы с Тёмычем нацелены, решительно поедем сейчас обратно на ферму. Мы выспались, мы отдохнули, мы заряжены силами, мы полностью подготовились, взяли все необходимые вещи и будем до победного решительно спасать эту девушку. И сразу в лучшем раскладе мы отдадим ей ее машину, и она со спокойной душой, уже просто пережив этот сложный момент в жизни, поедет к себе домой и будет жить прежней жизнью. Мы готовы ко всему, мы знаем то, что будет сложно, но мы решительно настроены спасти девушку. Мы и так потеряли, считай, ночь, не знаем, что сейчас произошло с этой девушкой. Надеюсь, ее просто откормили. И то, надеюсь, она это не ела. Вы сами помните, то, что он кидал сырое мясо просто нам, чтобы мы это жрали. И у нас, в принципе, есть возможность ей помочь. Потому что мы знаем уже, как он себя ведет, знаем его повадки и знаем, на что он способен. Поэтому мы сейчас поедем, первым делом осмотрим все необходимое по ферме, где мы уже сами были, и надеемся, то, что мы на нее наткнемся. И да, ребят, я сейчас еду за Тёмычем, он уже вот-вот ждет у магазина. Кстати, вот он стоит. Смотрю, он тоже весь в вещах. Я думаю, он тоже очень основательно подготовился. Тёмыч, погнали! Привет! Здорово, Тёмыч, я уже снимаю. О, хорошо. Привет, там ветрено, пипец. Да, ветрено, но в машине тепло. Ух, здорово. Чё, готов? Готов, я вот уже подписчикам сказал и нашим зрителям то, что мы подготовились, мы отдохнули, выспались. Давай, может, начнем с того места, куда он закидывал нас в яму, вне территории. А потом, если ее там не будет, поедем на ферму уже и будем смотреть ангар там и так далее. Не, ну смотри, по идее, да, он в ангаре, если все основательно закрыл, цепочку повесил, чтобы я не выбрался, то я думаю, ему проще ее отвезти в яму. По сути, потому что она и глубокая, для девушки это вообще будет невозможно выбраться. И мне кажется, он настолько думает то, что ты ослаб. Да, ребят, кстати, он, надеемся, то, что он до сих пор думает то, что я в ангаре, а Тёмыч в яме, потому что мы незаметно от него выбрались из нее. Поэтому, Тёмыч, я думаю, он думает, ты настолько обезвожен, настолько голоден, то, что ты не сможешь даже элементарно ей помочь. Понимаю, Диман. Поэтому первым делом давай в яму. Знаешь, что лучше, в чем яма? То, что он реже там появляется. То есть, если мы ее оттуда просто заберем, мы просто свалим, да нам даже на территории фермы не придется лазить. Есть огромная возможность помочь ей, просто не встречаясь с ним. Да. В общем, ребят, как вы поняли, наш план очень продуман. Мы подготовились максимально, у нас огромное количество сумок. Мы знаем, на что мы идем. Мы решительно готовы забрать, спасти девушку, чтобы сразу же отдать ей эту машину. Поэтому давайте, ребят, перед началом просмотра поставьте лайки. Не забывайте, набираем 10 тысяч лайков, сразу же выходит новый видос. Также, ребят, подписывайтесь на канал. Ваша подписка греет нам сердце. Мы сразу хотим больше и больше выкладывать видосов. Ну а сейчас пожелайте нам удачи. У нас будет длинный путь. Нам, естественно, немного страхово, мы понимаем, на что мы снова едем, что нас ждет, но мы к этому готовы решительно. Диман, яма где-то здесь.
Я очень надеюсь, что она сейчас там будет. И, блин, этого мужика в маске там не окажется. Мы просто чудом все заберем и совсем уже покончим, реально. Я тоже, Димон, на это очень надеюсь. Очень надеюсь. Ну, а с другой стороны, Тёмыч, ты же понимаешь, если мы сейчас туда приедем, даже если она там окажется, то значит он догадался, то, что нас там нет. Ну, это логично. Ну да, то есть он спалил то, что я вылез оттуда. И я не знаю, к чему это приведет. В любой момент может просто продолжать за нами следить, как до этого делал. Нет, согласен. Но с другой стороны, вряд ли он будет дожидаться нас около ямы, даже если понял, что я оттуда сбежал. Потому что, ну когда мы вернемся? Он же не может этого знать, правильно? Я думаю, что он полностью переключил свое внимание именно на эту девчонку. На самом деле, Тёмыч, мне сейчас... Может, он подумал, то, что мы и не вернемся, в принципе. Я думаю, в здравом уме человек сюда тупо не вернется. Но о чем я сейчас только думаю, это реально ее забрать. Ее спасти, отдать человеку машину и просто спокойно, даже если он дальше будет за нами как-то охотиться, всеми следить, я уже буду знать то, что человек другой не завязан. Точно, точно. Черт, здесь перегорожено, смотри, на машине мы не проедем. Блин. Ладно, пойдем. Мы тогда пешком отсюда и драпали, и сейчас придется... Я на всякий случай сумку возьму со всеми вещами. Давай, хорошо, Дима. Ребят, вы сами видите, ситуация просто жесткая. Мы не знаем сейчас, где находится эта девушка, но сейчас не будем кричать, пытаясь ее как-то позвать. Кричать, если она там. Даже если она в диком вообще несознании или у нее мало сил, мы вдвоем ее как-нибудь вытащим. Не, слушай, Диман, еще знаешь, в чем проблема? Она же не знает нас. В тот раз, когда мы ночью крикнули, мне кажется, она была под таким стрессом, она даже не поняла, что там были какие-то левые люди. Она видела только это существо. Тогда стой, ты прав. Давай тогда поступим так. Если она в яме, один из нас туда спустит другого. Угу. Попробуй как-то быстро ей заткнуть рот, чтобы она не орала. Потому что реально, ты правильно говоришь, в шоковом состоянии. Она сейчас сможет заорать и привлечь внимание. Я очень надеюсь, что она там. Я его не вижу. Когда мы оказались возле этой ямы в прошлый раз, он неожиданно выбежал и скинул нас в нее. На этот раз на такое не нужно попасться точно. Ксюша? Ребят, многие из вас уже знают то, что мы с Тёмычем играем в GTA San Andreas Online, и мы добились огромных высот, ведь последний раз мы вам рассказали то, что у нас есть теперь эксклюзивнейший промокод Zebra GTA, который дает не только деньги в начале игры, чтобы купить какую-нибудь квартиру, так еще вы сможете получить сразу же, только зайдя в игру, GTR, Nissan GTR в начале игры. Ребят, это просто взрыв мозга, что-то нереальное, но у нас получилось добиться такого промокода, именно поэтому, рассказав про этот промокод в прошлый раз, наши подписчики, которые еще не играли в эту игру, сразу же погрузились в эту игру, ввели этот промокод и охренели, реально охренели от того, что GTR уже стоял под их окнами. Мы после этого собрались с нашими подписчиками на сходке и офигели от того количества GTR в одном месте, которое мы увидели. Это было что-то нереальное, невозможно вообще в жизни увидеть такое количество крутых спорткаров в одном месте, но у нас это удалось, ребят. Поэтому, если вы еще сомневаетесь, стоит вам вводить этот промокод или вообще заходить в эту игру и играть вместе с нами на третьем сервере, ребят, то, конечно же, не сомневайтесь, просто заходите, вводите промокод Zebra GTA, и вы ни в коем случае не пожалеете. Ваш GTR, ваша квартира уже сразу же вас будут ждать, и вы дико от этого кайфанете. Не забывайте то, что мы вместе с Тёмычем и вместе с нашими подписчиками, которые играют в эту игру, стараемся максимально заселить лесной район с домиками на деревьях, что у нас нереально круто получается. У нас уже у каждого домик на дереве. И рядом с этим домиком стоит не только оффроуд тачка, но и GTR. Поэтому, ребят, прямо сейчас присоединяйтесь вместе с нами в игру. Вы дико кайфанете. И не забывайте, что мы играем на третьем сервере. Наш промокод Zebra GTA. И вас сразу же будут ждать все крутые ништяки с самого начала игры. Ссылка на бесплатное скачивание игры и наш промокод находится в описании. Всем приятной игры. Нету, Тёмыч. Подожди. Это что, получается, либо он здесь тупо не был, сразу увез к себе на ферму, либо он все-таки был здесь, обнаружил то, что тебя здесь нет, и перевез ее в другое место. Одно из двух, Тёмыч, я уверен. Скорее всего, она на участке, на ферме. Потому что других вариантов я просто не представляю. Мы не знаем больше территории, где он мог орудовать. Где она может быть?
Помогай, Тёмыч. Гар открыт, кажется, Тёмыч. Не знаю, открыт он или нет, Диман, но я вижу свет. Хотя ты тогда ночью, когда в нем тоже был свет. Реально видно, что ангар открыт. Пойдем посмотрим, все равно там. Вдруг он ее там привязал, как корову. Стой, Диман! Это что такое? Что это за хрень? Диман, это похоже на внутренние органы, типа, да? Я не знаю, Тёмыч, но это очень жестко выглядит. Ребят, то, что мы там увидели, к сожалению, YouTube не пропустит. Мы были дико шокированы от увиденного, но для таких моментов у нас есть наши инстаграмы, которые вы сможете просто взять, перейти по ссылке в описании. Вся самая жесть без цензуры, без блюра. Вы сможете посмотреть там и разделить вот это ощущение, которое мы почувствовали. Потому что, ну, такого мы никогда не видели. Мы точно поняли то, что этот сумасшедший фермер зря время не тратит. Он творит жесть. В общем, все сами увидите. Переходите. Погоди, а где пес? Стой, это же не пес был? Нет. Диман, а погоди, Диман, а вдруг он отвязан? Ну он лает, Тёмыч. Черт, у тебя есть что-нибудь, чтобы от собаки, если что, отмахнуться? Или вообще ничего нет, Тёмыч? Не знаю, Диман. Я его не вижу. Что делать будем, Диман? Он из-за того стога сена гавкает. Подожди, на всякий случай. Я сейчас попробую проверить. Давай, только аккуратней. Тёмыч. Диман, я его вижу. Погоди. Стой, она привязана, Тём. Привязана? Да. Диман, аккуратней, он может быть рядом. Тёмыч, Тёмыч. Святой. Какие-то мешки, их не было. А чё в них? Диман, пёс привлекает слишком много внимания. Он всегда лает, Тёмыч. Как, чё там на ощупь? Нет, просто как трава, наверное, тоже сено. Или что-то из разряда этого. Пойдём, пойдём. Чё, смотри, она прям... Идём, идём. Где он, Диман? Где она? Где она, Тёмыч? Почему ее нет ни в яме, ни здесь? Может быть, он рядом с ней? Почему все нараспашку, Диман? Это все очень странно. Чё? Я не понимаю, что тут происходит, Диман. Нет, Тёмыч, уходи. Я ничего не вижу. Он, скорее всего, спалил и понял то, что нас здесь нет. И он здесь ее не оставил. Блин, а куда он мог ее отнести? Маленькая комнатка. Пойдем посмотрим. Я не знаю других мест, он больше никуда не пытался нас запрятать. Только яма и только ангар. Что может быть еще, Диман? Свети, свети, она не здесь? Она может быть здесь. Нет, Тёмыч, это открытое место. Диман, ничего нету. Да, эта комната идеально подходит для таких целей, но здесь ее нету. Стой, погоди. Но, по идее, кроме ямы... И этого ангара он нигде не мог запереть. Вот и я о том. Тёмыч, изба. Да, изба, его дом. Ты думаешь? Вдруг он там ее держит? Ну там же вообще никак... Там же вообще никаких следов жизни не было. Это то место, где ты сам видел. Все заколочено. Все заколочено досками. И туда никто даже не думает. Но оно необитаемое, Диман. И он точно знает, если даже он запалил то, что мы отсюда пропали. Он знает то, что мы не подумаем об этом. Но блин, Диман, оно вообще необитаемое. Причем здесь это? А это обитаемо, черт побери. Ну здесь хотя бы видно. Для людей, да какая разница? Здесь видно, что место функционирует. Да какая разница, наоборот, это нелогично. Я не знаю, там еще дыры в полу. Там можно выскочить из этого дома через дыры в полу. Да, особенно если он ее привязал. Это жертва, не забывай. А где еще, если не яма, если не ангар? То это точно то самое место. Понимаешь, которое... меня еще. Это что такое? Я слышал, оттуда звук, пойдем. Пойдем скорее туда. Черт, Тёмыч, здесь кроме трактора я ничего не вижу. Пойдем. Пойдем ближе. Черт, пойдем.
Тёмыч, давай ей поможем. Давай, она. давай, Диман, скорее. Помоги. Тёмыч. Чё? Быстрее, Тёмыч. Нет, нам нельзя туда заходить. Почему? Ты чего издеваешься за самое время? Вдруг, если мы сейчас зайдем туда, он психанет. Он же вообще больной. Мало ли, что он может с ней сделать. Там слышно что-нибудь? Что он делает? Что он делает с ней, Диман? Его не слышно. Непонятно, что они там делают, Диман. Ну, тень гуляет, значит, там какое-то движение есть. Там не просто... Подожди. Смотри. Диман, это что такое? Это шпильки. Шпильки типа для волос? Подожди, ну зачем он их мог выкинуть? Это его шпильки, или он у нее из волос вытащил? Да ему это зачем, блин, я не знаю. Стой. Ну я обычно видел шпильками обычно... Наручники открывают, ну что за бред, это вообще какая связь? Я уж не думаю, то, что фермер этот будет пользоваться наручниками. Что за жесть, Тёмыч? Диман, это очень странная фигня. Тут есть окна, Диман? Ладно. Тут есть окна? Я и хочу проверить. Нет, Тёмыч, она полностью сколочена. Чёрт. Диман. Я услышу что-нибудь. Диман, там что-то непонятное. Непонятно? Вообще непонятно. Нам нужно что-то делать, Диман. И собака эта, как назло, еще разлаялась. Собака очень сильно разлаялась. Она до этого не так часто гавкала. Вдруг не слышно было, потому что... Тёмыч, пойдём поближе, пойдём. Погоди, Диман, он что-то ей кинул. Он кинул кусок мяса. Ты серьёзно? Я тебе говорю, вдруг это... Он кинул кусок мяса? Я даже боюсь об этом подумать, да! Диман, что происходит? Мы не можем оставить это просто так. Почему она... Почему от нее никаких звуков нету? Я не знаю, Тёмыч. Подожди. Нам нужно как-то его отвлечь. Ты правильно сказал? Если мы сейчас зайдем туда, он может реально психануть и что угодно с ней сделать. И мы даже не успеем. Мы подвергнем только опасности. А как мы его отвлечем? Он, блин, там. Он непонятно, что делать с ней. У меня есть идея. Я его отвлеку. Подожди. Ты серьезно? Да. А мне что делать?
забрать девчонку? Да, я сейчас его отвлеку, постараюсь выманить его под... Уже! Тихо, Тёмыч. Он уже выходил, прикормил его, наверное, специально, чтобы он приутих немного. Черт возьми, Димон, он реально кинул кусок мяса. Он кинул кусок мяса, Тёмыч. Это была какая-то жесть, вдруг реально это как-то связано с ней. Я даже, конечно, думать об этом не хочу. Блин. Подожди. Господи, что там происходит? Я не понимаю. Это реально страшно. Надо найти. На, посвети. Потянись. Посвети в портрет. Постараюсь как можно дальше его оттянуть от тебя, чтобы ты смог ее, если что, быстро вытащить оттуда, Тёмыч. Только самое главное, будь на связи. Как только, если мой план удастся, я сразу тебе сообщу, будь на связи. То есть смотри, рацию включать прямо сейчас? Да. Черт, Диман, давай только это, связываться как можно реже, потому что она издает звуковой сигнал, и он может палить нас. Все, да. Давай попробуем по факту. Да, пишет, все, давай, удачи. Давай, давай, будь на связи. Давай. Черт, ребята, это жесть. Мы реально не можем рисковать и пойти просто туда зайти. Потому что все, что угодно можно ожидать от этого психа. Черт, постараюсь так, чтобы светило нормально вам. Черт, собака, просто монстр, ребят. Черт, это реально страшно, реально страшно. Непонятно, что эта тварь делает с девчонкой. Что это, Ксюша, вроде бы так ее зовут. Блин, надеюсь, все получится. Черт. Черт, какой огромный топор, он к ней подходил с ним, походу. Не видно. Черт, нельзя рисковать. Нельзя рисковать, пока этот пигмен внутри ангара. Если он пройдет насквозь ангара, может быть, Тёмыч как-нибудь захлопнет ангар с той стороны. Или успеет ее вытащить. Так, у меня есть... давай, фокусируйся. Ну уже. Все, есть фокусировка. Рация работает, хорошо. Прием, Диман, ты как там? Тёмыч, все хорошо, думаю над тем, как можно его остановить. Сейчас, Тёмыч, я уже скоро. Черт. Я тебе дам знать. Черт, слишком громко. Слишком громко. Давай, Диман. Вся надежда на тебя. Мы должны спасти эту девчонку. Черт, ладно. Так. Смотрим. Сейчас попробуем. Одной рукой неудобно. Так, что у меня есть? Проволока. Черт, я слышу какие-то звуки, ребят. Я слышу какие-то звуки. Черт. Ладно, проволока. Так, ладно. Пока рассмотрим вариант. Так, салфетки нет. Пауэрбанк нет. Так, много гвоздей, да? Отлично. Черт. Есть ли это? Нет. Зеркало. Еще одно зеркало. Кстати, хорошо было бы что-то открыть. Нет, буду держать при себе. Лучше не выкладывать лишний раз. Так. Или это штука, машины, которая меряет шум? Нет. Могу понять, непонятно. Нет. Сейчас, ребят, я не знаю, что выбрать из этого. Вот. Точно. Я не хотел ее тратить на такой случай, но это сможет привлечь внимание его. Блин. Подождите, есть гвозди. Гвозди, нет. Проволока, нет, не прокатит. Да, наверное, все-таки это. Черт, как жалко, можно было как-то иначе его отвлечь. Как-то припугнуть, а сейчас только для отвлекания. Ладно. Так, сейчас, ребят. Сейчас, так, раз. Братан, как дела? Тёмыч, все отлично. Все, сейчас, не удивляйся. Он должен побежать в загон, где стояли коровы. И если все получится... то у тебя будет достаточно времени. Побежать? Что он хочет сделать? В смысле побежать? Сейчас. Что все это значит? Если он реально побежит, то мне нужно быстро пробраться в этот сарай. Давайте попробуем. Черт. Главное, чтобы все получилось. Все. Давай, братан, давай. Черт. Да. Черт. Да. Сработало.
Она взорвалась. Тёмыч, раз. Тёмыч, у меня получилось. Он идет на взрыв. Черт. Где она? Это что за хрень? Это же крюк мясника. Сейчас сюда придет. Ребят, пока он не пришел. Черт. Где Палахоночка? Думал, украшение той девчонки, они здесь. Он пополнил этот запас. Все-таки мы правильно с Тёмычем подумали. Правильно бы подумали. Все украшения, все просто украшения он сдергивает со своих жертв и закапывает сюда. Мясо. Черт, ребят, он вышел. Черт. Тёмыч, он идет к тебе. Зашел обратно, Ванька. Черт, принял. Где девчонка? Где она? Я должен найти ее. Черт, собака. Давай, Тёмыч, выходи. Черт. Он уже зашел? Черт, где он? Куда он прошел? Он очень быстро прошел. Черт, он, наверное, зашел вовнутрь. Его здесь нет. Черт, Тёмыч, черт. Нет. Я сейчас позвоню. По рации свяжусь с ним. То это громко. Тихо, не бойся. Ты не видела, куда делся свой телефон. Не переживай, мы пришли с тобой. Я реально не знаю, что делать. Черт, подождите. Должно же было получиться. Тебя Ксюша зовут? Да. Не переживай, не беспокойся. Все будет нормально. Там мой брат, он поможет нам выбраться. Ладно, я попробую. Попробую еще раз его отвлечь. Здесь есть что-нибудь, что может нам помочь? Не думаю. Не переживай. Соленья. Блин, этот бешеный ублюдок заготавливал тут все на зиму. Трактор. Ребят, мы дождемся его. Очень надеемся, что Диман придумает что-то для того, чтобы помочь нам выбраться отсюда. Потому что это критическая ситуация. Черт. Как ее запускать? Я в этом вообще не понимаю. Черт. Это ключ? Или что? Черт, почему не работает? А это что за дерьмо? Что это за хрень? Что это такое? Грибы. Не знаю. Какие нахрен грибы? Я сперва думал, что это провод. Провод со светом. Где Диман?
Точно, точно. Вот это. Почему он вырубается? Точно. Да, 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 да. Черт, он опять заглох. Ну давай, ну пожалуйста. Да, 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 да. Давай, давай, не глохни. Давай, пожалуйста. Это точно привлечет его внимание. Так, это точно привлечет его внимание. Нужно куда-то спрятаться. Ребят. Черт, ребят. Нужно спрятаться. Все нормально? Да. Подожди, я посмотрю. Черт, пойдем. Пойдем, его нету. Ты видишь дорогу? Пойдем сюда. Пойдем. Да, это было здесь, мы шли за тобой. Шли прямо за тобой. Он идет. Черт. Он клюнул. Черт. Он клюнул. Все получилось. У тебя вообще есть время, если все хорошо там. Место. Оставлю тебя в машине, хорошо? Да. Сможешь согреться. И если что, тут вода есть сзади. Скоро ты вернешься домой, и все будет в порядке. Надеюсь, да. Не переживай, все будет хорошо. Да. Ты сможешь одна продержаться здесь? Думаю, да. Подай, пожалуйста, мне сумку. Хорошо. Все, не переживай. По этой дороге никто не ездит. Угу. Максимум, кто может проехать, это только мы с Диманом в следующий раз. Поэтому будь здесь, никуда не убегай. Все будет хорошо. Давай, удачи! Закройся! Слышу. Я не слышу звука трактора. Значит, либо эта тварь, этот пигмент добрался до него, либо Диман смог сбежать. Но вряд ли бы он это сделал. Он же не знает, смог я спасти девчонку или нет. Хорошо, что Ксюха в безопасности. Забор и спрятался в том доме, возможно, даже под пол, я бы побежал туда. Диман! Дверь открыта, он был здесь, да. Точно. Я слышал трактор. Он все справился. Он справился со всем. Диман! Черт возьми! Вы видите? Вон, свет! Свет, ребят! Вы видите свет?
ребят. Ребята, я нашел камеру, на которую Димон... Она снимает. Сейчас я посмотрю последние файлы, которые сняла камера. Прежде чем она оказалась на земле, я не понимаю, как это произошло. Но факт есть факт. Ребят, походу он поймал Димона. Мне нужно идти за ним. Я найду его.